Убийство произошло в ночь на 9 ноября в селе Ровные Рязанского района. Отец работал дальнобойщиком, когда не был за рулем, выпивал. 21-летняя дочь была единственным ребенком в семье, и тем не менее у них часто возникали ссоры на бытовой почве. В этот раз он высказывал, что хочет внуков, а она не торопится выходить замуж. Вместо этого работает няней и сидит с чужим ребенком. В ходе очередного скандала она взяла кухонный нож и нанесла ему один удар в конце сердца. Потерпевший умер через непродолжительное время. Мама в этот момент находилась дома, но о том, что случилось, узнала самой последней. Они вызвали скорую и полицию. На месте происшествия следователи изъяли орудие преступления – кухонный нож. Как оказалось, она была абсолютно чистым. В ходе допроса было выяснено, что гражданка после совершения преступления помыла нож в раковине. Но при осмотре места происшествия участвовали следователи-криминалисты следственного управления. При помощи специальных технических средств была найдена кровь в раковине. То есть она была изъята. Сейчас назначена гипоскопическая экспертиза. Выводы заключения эксперта нам, возможно, укажут, что кровь именно погибшего. В настоящее время девушка задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Вину в совершении преступления она полностью признала. Ей уже предъявили обвинение по статье убийства и грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».